В рамках рабочего визита главный кардиохирург страны стал участником расширенного заседания Координационного совета по здоровому образу жизни при правительстве области. Собравшиеся обсудили возможные меры по сокращению среди населения региона сердечно-сосудистых заболеваний. По статистике, 50% смертности в регионе от болезней сердца. Снизить такие печальные показатели возможно, говорят медики. Необходимо популяризировать профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Помощь в этом должны оказать средства массовой информации, а также социальная реклама. По словам главного кардиохирурга России, большая роль в решении этой проблемы все-таки возлагается на самих врачей, и Саратовский регион является хорошим примером профессионализма медицинских работников. Саратов традиционно очень врачебный город, потому что отсюда в Москву приехал Спасокукоцкий Сергей Иванович, отсюда в Москву приехал основатель нашего института грудной хирургии, который теперь называется Научный центр сердечно-сосудистой хирургии, Александр Николаевич Бакулев и профессор Спиридонов и очень многие другие врачи, которые получили всемирное признание уже в Москве, но корнями своими всю жизнь гордились тем, что они саратовцы.